Здравствуйте, дорогие зрители. Коротенькое видео с утра. Социальное влияние, оно огромно. И хотите вы того или нет, но вы, каждый из нас, поддается влиянию социальному. Поэтому общайтесь с людьми добрыми и умными, с успешными людьми. То есть, с кем поведешься, от того и наберешься. И поэтому самое лучшее выбирать, конечно, свой круг общения и общаться с теми, на кого вы хотите быть похожими. И вот тогда все получится. Это, кстати, лучшая трансформация. Когда вы попадаете в круг людей или вот общаетесь с человеком, который для вас служит примером хорошей жизни, там, успеха, да, и так далее. Вот. Если вы общаетесь садистами, вы будете садистом. Вы будете невольно причинять людям боль, потому что для вас это будет казаться нормой. Поэтому я говорю, что садисты должны быть изгоями. И не надо общаться с ними. Это ваш выбор. Поймите, это ваш выбор. Потом вину за последствия этого выбора сваливать будет не на кого. Только на самих себя. Но может быть уже поздно. Вот. Это очень важно. Так что, ну, если вы настолько глупы, конечно, что вы не понимаете этого, ну, жизнь вас будет учить. Мы в этот мир приходим, чтобы учиться и меняться. Мы не приходим в этот мир, чтобы деньги зарабатывать. Это просто система, она как бы, эта матрица решила подменить собой жизнь. И многие из нас в силу невежества, ограниченности, глупости, тупости, недоразвитости, да, ну просто родились такими, вот человек не дурак, а родился так, да, они этого не понимают. И они принимают эту систему за жизнь. Но это не жизнь. Это выдуманный мир. Поэтому в этой системе так плохо людям. Так всем плохо. И так все хотят к этой системе. И при этом все хотят к этой системе принадлежать. Да? Быть человеком системы. А вот те люди, которые были людьми системы, они знают, как система ограничивает. И вот мне, благодаря моей деятельности психологической, это лучшее, что может быть, по-моему, в мире, это быть психологом. Мне посчастливилось, я имею такое счастье, встречать разных людей и общаться с разными людьми и приобретать опыт общения, учиться у них тоже. Вот люди, такие люди тоже мне встречаются, люди системы. Вот они мне об этом рассказывают. Так что, ну и плюс мой собственный жизненный опыт богатый, и он будет еще богаче, потому что жизненный опыт — это все собственный жизненный опыт, да. И когда там я слыхал, как холоп видал, что барин едал, да, вот когда я сам все попробовал, ну, попробовал, хорошее, конечно, не наркотики, понятное дело, вот приобрел жизненный опыт общения с разными культурами, с представителями разных культур и так далее. Вот.
и разные профессии. У меня вообще писательская биография. Чем я только не занимался, и сейчас тоже у меня есть разные увлечения, хобби, их будет больше, больше и больше. Но смысл и цель нашего существования – это учиться и меняться, чтобы быть умными людьми, быть умными и добрыми, потому что быть способными, быть интеллектуально развитыми, быть счастливыми, потому что счастье – это выбор, счастье – это способность быть таким. Она не... Есть люди, которые любят страдать, они не хотят быть счастливыми, не могут быть счастливыми в силу своей ограниченности. В силу ограниченности. Вот, поэтому самое важное, влияние социума, да, этого, я считаю, что социум это ад, что общество чудовищное, что мы находимся под гипнозом культуры, общества, религии, ну, религия часть культуры, конечно, и так далее. И, в общем-то, все в нашей жизни это манипуляции. Поэтому попробуйте. Но я не призываю при этом бороться с этим обществом. Это бесполезно. И тем более бороться с жизнью. Бороться с жизнью – это бороться с целью существования нашего. То есть учиться и меняться. Вот с этим принципом бороться. Те, кто борется с жизнью. Те, кто борется с обществом. Но это частное проявление жизни. И с ним тоже не надо бороться. Просто нужно осознавать его влияние и природу человека. А природа человека, она чудовищна. И об этом мы знаем из экспериментов, поставленных великими психологами, американскими в частности. Зимбардо, Милгрома и так далее. Мы хотим жить в аду? Если да, то но мы живем в аду. Значит, поскольку мы живем в этом аду, то мы хотим в нем жить. Если мы не хотим в нем жить, значит, мы можем в нем не жить. Можем жить в раю. Рай – это любовь. Любовь. Рай, любовь. А любовь начинается с любви к себе. Поэтому себя полюбить. А любовь к себе, ну, с чего она начинается? Она начинается с того, что мы начинаем думать о себе, о своей душе и жить жизнью души. Как научиться жизни души, я рассказываю на консультации. И вообще мы все это прорабатываем, и все проблемы, да, паттерны, ложные убеждения, психотравмы и так далее. Развиваем мышление. Это очень интересно. Это очень круто. И вы увидите, что все в этом мире, и весь мир, вся Вселенная работает на вас. Вы есть центр Вселенной. Каждый из нас есть центр Вселенной. И жизнь учит нас. Это великий педагог, великий учитель. Учитель терпеливый, настойчивый, порой жестокий. Но мы здесь, в школе. Это прекрасно. Учиться и есть принцип всего. И учиться это прекрасно. Но просто в школе жизни учеба такая, что не убьет, то сделает сильнее. Ну, тут может убить просто. Может убить, потому что полно дураков, полно садистов, полно всякой твари полно. Вот. Ну что,
Ну так, ну готовьтесь просто. Поэтому любовь к себе, она и будет для нас нашей бронежилеткой, нашей защитой, нашей опорой, для того, чтобы мы прошли уроки. Я имею дело с психотравмами, естественно. Детские психотравмы, они неизбывны. Они неизбывны. Они остаются с человеком на всю жизнь. И поэтому имейте это в виду, что постоянно будут какие-то триггеры для вас встречаться в этой жизни. Но люди настолько подлые. Вот опять, учитесь, даже у психотравм учитесь, они тоже уроки дают, что вот такие подлые люди, они ведь будут о чем говорить, о вашей реакции, а не о том, как они вас спровоцировали, не о своем поведении, а о вашей реакции. Это мир подлый, люди подлые, ненадежные, завистливые, ограниченные, невежественные. Помните об этом. Все остальное это маски. Маски, которые люди носят. Маска дружелюбия. А маска такой хороший человек, да? Умеет себя вести в обществе. Кто себя хорошо ведет в обществе? Конституционально ограниченные люди, вот салонное слабоумие, это слабоумные. Вот примеры, это разные президентские приемы, на которых вот встречаются слабоумные люди, ведут себя по правилам. И так далее. В школах коллективы тоже по правилам себя ведут. И в коллективах человек очень тупеет, здорово. Поэтому было такое, есть воспитание коллективом. Это страшно, конечно, поэтому люди и не хотят жить. Потому что кто воспитывает коллектив? Значит, что... Значит, поэтому берем ответственность на себя, за свою жизнь. Да, я сказал, что вы центр Вселенной. Значит, будьте центром, будьте звездами. А не надо смотреть на других людей. Вот у нас опять эти кумиротворчество, жизнь звезд. Ну что, я смотрю так иногда эти интервью. Ну что эти люди могут сказать? Ну они хороши в своей профессии. Допустим, там певицы, да, певцы. Но они хороши в своей профессии, да. Но во всем остальном, но это же самые обычные люди. И со своим набором стереотипов, клише, но они могут быть во всем остальном неразвитыми людьми. Так же, как ученые, например. Вот ученый человек в своей области, он хорош, да. Но когда он берется рассуждать о чем-то, выходящем за рамки его специальности, он может быть полным кретином. Поэтому не надо заниматься кумиротворчеством. Будьте сами звездами. Вы и есть звезды. Вы есть звезды. Каждый из вас звезда, но осознайте это. Если тебе понравилось, как Леди Гага на одном из концертов обратилась к своим зрителям, и об этом уже сказала. Вот. Но как у нас это понимается? Ну вот скажи невежественному, глупому человеку, что он звезда, так он может и зазнаться, да? Может там мания величия появится. Вот. Поэтому или с низкой самооценкой. Но он в это не поверит просто.
завышенной самооценкой, вот самоуверенным будет человеком, да, презирать других людей. Вот это если на такую почву ляжет, не здоровую, не развитую, да, человека с гордыней, ну, что ж, как он будет себя вести, я звезда. Звезда нет, не в этом дело. Звезда – это человек, имеющий жизненный опыт, живущий своей жизнью, любящий себя, разумный человек, мудрый, добрый, умный, успешный, который занят своим делом, достижением своих целей, который вырабатывает свое отношение к различным жизненным ситуациям, который постоянно развивается, занимается самообразованием. И, ну, в общем, живет своей жизнью. Вот кто такой звезда. Кто такая звезда? А не навязанные нам разные люди творческих профессий, да, или политики. Это не звезды. Это просто, ну, раскрученные люди, да, навязанные. Известным же стать легко. Ну, как легко? Не так легко, конечно. Но, в принципе, если захотеть. Ну, что толку от этого? Вы станете известным. А содержание-то какое у вас? Что? В чем ваша миссия? Что вы несете миру? О чем вы ему скажете, этому миру? А сейчас есть возможности вот с помощью YouTube прославиться, да, и других социальных сетей. Вот, поэтому занимайтесь собой. Звезда – это человек, который раскрывает свой безграничный творческий потенциал, любит себя и показывает себя миру, конечно. Вот, благодарю всех за внимание. Я жду всех на консультации. Буду рад с вами познакомиться, пообщаться. Цены у меня доступные практически для всех. Но кто не может заплатить? Ну, тот, кто работает, имеет доход, сможет заплатить за консультацию. Но если вы, конечно, бомж, то там собираете бутылки, ну, вряд ли, конечно, вы сможете заплатить. Но такие люди, они не хотят жить. Они занимаются самоуничтожением, саморазрушением. Зачем им психолог? Психолог нужен тем, кто хочет жить, кто хочет выкарабкаться. Психолог – это волшебный помощник. Выражаясь языком фольклористики, вы герой волшебной сказки. И вот вы проходите свои испытания для достижения своей цели. Да? Сказка начинается с чего? С недостачи. Да? Герою чего-то не хватает. И он в поисках этого чего-то начинает свой путь, свое движение. И тут он встречается с огромным количеством препятствий на своем пути. Ну а как их преодолеть? Одному сложно, очень трудно одному. Поэтому есть волшебные помощники. Ну а в нашем случае, да, у нас же сказка – это вся жизнь, а помощником служит психолог. Вот вы обращаетесь ко мне, и мы с вами проходим вместе часть пути этого. Вот, я вам помогаю, объясняю, потому что вы запутались, да, заблудились. Я вас вывожу из этого темного леса, где очень страшно, плохо, некомфортно, больно, опасно. Я вас вывожу и на ваш путь, и вы дальше идете. А ваш путь – это ваша взлетная полоса, и вы взлетаете. Иногда, то есть у нас, да, иногда черная полоса становится взлетной, черная полоса жизни становится взлетной. А в нашем случае всегда черная полоса в жизни становится взлетной.
Потому что вы встречаете психолога своего, и я вам все рассказываю. И я вам задаю вопросы, и вы сами добываете знания, учитесь этому. И черная полоса в жизни становится взлетной, и вы летите на всех. И вы парите, летите и к своим целям, к своим вершинам. Вот так. Так что буду рад встрече с вами. И я иногда публикую отзывы о своей работе в разделе записи. Посмотрите. Очень интересно. До встречи.